Приветствую всех, друзья. Вот, решил приготовить шурпу. Немного я приболел. Как-нибудь уж приготовим. Так, для этого нам понадобится масло, перец, паприка, морковь, лук, огурцы, мясо говяжье, мясо свиное, так, картошка и помидоры. Все, погнали. Далее в ход у нас идут ребра, свиные и говяжьи. В ход у нас идет морковь, воды наливаем полное, она у меня здесь 12 литров, где-то 10 литров воды. Положим чуть-чуть зиры для аромата. Положим паприку, сладкую. Положим перчики, молотого тоже. Все хорош. Вот смотрите, какая красота. Запах какой. Ароматно тут на весь участок. Положил укроп в последнюю очередь. Вот. Три минуты. Шурпа будет готова. Отличная штука. Вот у нас шурпа готова. Отрежем.
тщательно. Сюда ждите.